Побывать на приеме у самой королевы, танцевать на балу в одном из самых красивых дворцов. Все это удалось сделать 11-класснице из поселка Красное. Мария Маркова вернулась из Швеции, где представляла Россию на международном стокгольмском водном конкурсе. Чтобы попасть на международный уровень, Марии Марковой предстояло одержать победу в региональном и всероссийском юниорском водном конкурсе. Я думала, нет, в этом году у меня, наверное, что-то не получилось. Я уже так немного расстроилась, но проходит какой-то промежуток времени, и говорят, что номинация международная, выиграла Маркова Мария. Я была в каком-то шоке, я даже вышла без памяти. Только, наверное, вот тот вечер, или когда я приехала домой, я сообразила, что я выиграла в этой номинации, и что надо готовиться дальше идти. Для 11-классницы вода стала не только источником жизни, но и источником тщательного изучения. Все лето она трудилась над сложным проектом – экология макрофитов и их сообществ, водных объектов государственного природного заповедника Ненецкий под руководством своего куратора Натальи Геннадьевны Панариной. Лето у нее фактически отдыха не было. Она очень усиленно занималась языками. И русский пришлось повторять, и английским она занималась, чтобы достойно выглядеть. 3 месяца бесконечных трудов над проектом и несколько минут защиты, а впереди долгожданное событие – королевский банкет. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».